Привет, друзья, и все, кто заглянул на наш канал. Сегодня в нашем видео будет рыбалка с сумасшедшим клевом. А где такое удовольствие можно получить, смотрите дальше. И не забудьте подписаться на наш канал. Впереди много интересного. 5 форелек. Основное блюдо. Пожаренных на гриле. Отдыхая в Трусковце, мы заметили, что все экскурсионные агентства пестрят предложением о рыбалке на форель. И узнав, что это всего в 20 километрах от Трусковца, мы запрыгнули в машину каких-то полчаса, и мы уже здесь. В ущелье Карпат, где протекает горная речка, благодаря изменению русла сделано красивейшее озеро, где, собственно, и разводят форель. Въезд на территорию бесплатный, удочки и приманку тоже выдают бесплатно. Вы платите только по факту за выловленную рыбу. 1 килограмм форели – 270 гривен. Огромных рыбин не было. Вся приблизительно в один вес, грамм 300. Но ловится она как сумасшедшая. Не надо никаких ни навыков, ни знаний. Ловят и взрослые, и дети, и в любую погоду. Преимущество этого места отдыха в том, что вы можете приехать и взять удочку. Все это абсолютно бесплатно, и на кукурузу консервированную ловить форель. Пойманную форель вам взвешивают по стоимости 270 гривен за килограмм. И вы... О, видите, о! Ура! Рыбка, 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 рыбка. Давай, 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 давай. Опа. На первую рыбку поймали. Буквально 5 минут рыбка есть уже. Вот первая форелька наша. Что удовольствие получаешь? А как бы ее снять, а? Ой, еще одна. Вот. Ловится буквально моментально. Класс. Скользкая. Все. Вот есть инструктор, который ходит и помогает во время ловли. Давай, молодец! Перша рыба, Макс? В своей жизни, супер! И перша форель, бачиш? Перша рыба и зразу форелька. Молодец! Супер! Це вже друга наша рибка. Опускайте рыбу. А. Следующая рыбка. Еще одна у нас рыбка. Гляди, еще 5 минут и у нас будет собрано. А сколько нам треба рыбок? Ну, я так думаю, пока по ному кажу. Давай, Людка, Людка. Кайф. Есть, про. Огромным коллективом поймали. Она поднимается, уже она попрыгала, чтобы она испачкалась. За верхнюю губу классический способ. Это классика. Нам достать. Прикольно. Вот все, рыбку. Нам загрузили мешочек. Вот. Да, сейчас взвешивают. Да, сейчас взвешивают ее. Здесь вот есть. Все наши. Весы. Весы. Вот 1320 грамм получилось. 5 штук, да? Угу. Сколько получилось? 356 гривен. Наша форель шикарная, вкуснейшая. Все, мы подкладываем парочку. И наш обед частично уже проплачен. Рыба уже чувствует, что ее сейчас будет кушать. Вот так вот здесь вот есть удочки, вот садки, берете удочку, садок возле домика инструктора и идете себе спокойненько и ловите вот здесь, по периметру озера, беседки, да, сейчас мы отправляемся в ресторан. Сейчас вот мы отправляемся в ресторан с нашей рыбкой, 5 штучек. Сам комплекс для отдыха Апака очень красиво облагорожен.
все сделано грамотно для отдыха. Здесь можно приехать просто погулять, покататься на качелях, подышать свежим горным воздухом. Можно прогуляться вдоль озера. Есть расписание работы. Есть открытые беседки. Если вы наловили форели, тут в ресторане вам ее и приготовят. Причем по разным рецептам. Мы отдали свою форель почистить и приготовить на гриле. Это стоит 30 гривен за одну рыбку. Заказываем на гриле. А она прожарится хорошо? Там 5 штучек. Все. Мы дали 2,5 килограмма, должны получить 3,5 готового форелька. И там по меню можно заказать еще, да? Ну, спасибо. Все, мы получили свой номерок. Вот, у нас номер 7. Счастливое число. Да, надеюсь, что рыба будет тоже вкусная. Вот, ресторанчик. Людей немного, тут тепло и уютно. Нам принесли меню. Открытки можете заказать себе все, что угодно по меню. Готовят очень вкусно. Настолько вкусно, что мы сюда вернулись еще раз через день на обед. Холодные закуски, нарезка, мед, хлеб. Для пива достаточно большой ассортимент. Цены демократичные, в среднем 2-3 доллара. Вот так вот мы заказали венгерский бобрач. Потом картошечку по-домашнему. Это шопский салат или какой-то греческий? Греческий салатик с оливочками. Вот. А, у нас еще есть даруны с грибочками, с белыми грибами. Естественно, наш улов. 5 форелек. Основное блюдо. Пожаренных на гриле. Такая у нас красота, вкуснота. Сейчас это все мы будем дегустировать на обед. Так что приезжайте. Есть отдельное озеро, в котором за 50 гривен в день можно купаться и загорать на шезлонгах. Здесь на территории есть магазинчик такой, вот сувенирчики можно приобрести, магнитики. 35 гривен с изображением опака. И так далее, можно всякого и другого купить. Это большое. Разных сувениров прямо здесь на месте можно это все купить. На территории комплекса Апака есть еще то, зачем стоит приехать. Тут течет несколько минеральных источников, типа Нафтуся и второй источник воды с большим содержанием железа. Можно попить или набрать с собой. Кстати, в Трускавце вода такая же, только платная на сегодняшний день. А здесь к ней свободный доступ и пейте на здоровье сколько хотите. Пачка. Здесь ручеек идет. Это техническая вода, просто ручеек красиво культурен. Вот. Падением воды. Время, проведенное тут, даже в такую сырую погоду, нам очень понравилось. Тихо, уютно и спокойно. Маленькая подсказка. Все экскурсии с Трускавца в Апаку отправляются в 2 часа дня. Поэтому, если вы на своем авто, приезжайте до обеда. И тогда вам не придется толкаться на берегу озера.
может быть только несколько таких же самостоятельных семей. Рядом с Апакой также располагается знаменитый курорт Сходница, откуда тоже приезжают туристы. Такая она вот переменчивая погода здесь, в Прикарпатье, именно в этом месте, в Бегор. Только час назад здесь лил дождь, мы под дождиком ловили рыбу, а сейчас здесь, видите, солнышко. Пока мы посидели в ресторане и съели, тучки разошлись, и солнышко вышло. И совсем другое настроение, солнечное уже. Главное, что интересно, есть рыбацкий азарт, есть возможность именно поймать свой улов. Ну и его пожарят профессионалы, приготовят его очень вкусно. Подписывайтесь на наш канал, у нас много полезных и интересных видео. Ставьте лайк, пишите, как вам понравился комплекс Апака, переходите на следующее наше видео. А мы ждем новых встреч с вами, хороших путешествий, пока-пока!